Привет, я не Стас Давыдов. У группы тоже будет свой видеоблог. Я не знаю зачем, но мы его сделаем. И поскольку у нас вообще не было идей, что сделать для этого видеоблога, я сегодня научу вас делать цветочки. Кто был на моих и на групповых концертах последних, тот уже видел эти цветочки. Делаю я их очень легко и просто, довольно быстро и очень дешево. Смотрите. Если нам нужно сделать, значит, 9 где-то цветов, чтобы раздать их потом в публику, мы покупаем в каком-нибудь магните салфеточки за 12 рублей 50 штук. В том же магните или еще где-нибудь трубочки 50 штук, тоже где-то за 10-20 рублей. После чего начинаем. Требуется нам 3 салфетки. Раз. Тут я не тороплюсь. 2, 3. Кладем их друг на друга вот так. Так, тук, 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 тук. 2 и 3. Сейчас вы поймете, зачем это нужно. Обрезаем. Вот здесь. Оп, оп, оп. Теперь, что мы имеем? Мы имеем 6 штук вот таких вот половинок. Вот такая вот половинка. И кладем их друг на друга. Вот сгибом в одну сторону. Все дальше, как нас учили в школе, ну, по крайней мере, меня. Начинаем делать гармошку. Вот такие относительно небольшие. Можно не сильно стараться. Оп. Вот, как-то примерно сложили. Теперь берем нитку. И посередине связываем. Вот так накручиваем, накручиваем, накручиваем на серединку. Немножко притягиваем, чтобы они прям вот привязались. Пока оставляем. Теперь берем стебель. Я хочу красненький. Такой же цветочек. Вы не видите, что Таня сейчас очень много на меня смотрит? Ну, скажи что-нибудь. Ладно. Итак, берем стебель. Ты просто уже знаешь процесс, да? Ладно. Я разрезаю его вот до сюда. На две части, так. Вот, вилочка. Вилочка, теперь. Вот так. Насаживаем вот так. Здесь скручиваем. Как-нибудь закрепляем. Идеального способа я пока не придумал. Ну, потому что саму идею цветка я взял из интернета, а вот стебель уже придумал сам, как прикреплять. Потому что они обычно как-то без стебеля идут. Без стебля. Если говорить по-русски. В общем, вот еще этот пестик или тычинку ли. Я еще его обвязал. Связываем. Оп.
затянули, обрезаем лишнее. И самое интересное, самое приятное. Делаем вот так его. И начинаем, начиная с самого верхнего слоя, вот так вот вытаскивать, расправляя все наверх. Один слой, другой слой. Раз. Осталось еще целых 3 слоя и 4. Вообще, кстати, если у вас есть идеи, как сделать какую-нибудь интересную фигню вроде такой, пишите там, присылайте. Ну, что можно использовать на концертах. Потому что у нас пока только шарики и вот эти вот цветочки. Ну, еще можно делать розочки, тоже большие и красивые, но я умею только маленькие розочки делать. Человек, который обладает секретом, как делать розы, тоже вот такого размера, бутоны, он мне так и не рассказал. Решил, что это слишком просто, что я должен сам сообразить. Ну вот, уже практически все видно, что у нас получается. Вот такой вот цветочек. Ну вот. Это сигнал того, что можно заканчивать. Ну что, подписывайтесь, ставьте лайк, я не знаю. Присылайте видео на обзор, вы знаете куда. Стасу Давыдову. Вот вы сейчас слышали, как Таня хмыкает. Не покажешь ее? Нет, не покажешь. Ну ладно. Так что подписывайтесь, ставьте лайк. Я надеюсь, мы придумаем, что еще вам интересного рассказать или показать. До скорого. Пока.